стать первым главой частной корпорации, принятым в Совет Безопасности ООН, честь для меня. К сожалению, мой сегодняшний визит был омрачен какими-то грязными слухами. Якобы я создаю оружие массового уничтожения, которое сможет поражать не только случайные жертвы, но также и отдельные этнические группы. Я хочу сразу высказаться по этому поводу. Создаем ли мы такое оружие? Нет, не создаем. Потому что мы его уже создали. И при всем уважении, он ископаемое из тех времен, когда каждая нация играла свою роль в решении мировых проблем. Теперь это совсем не так. Потому, прежде всего, что вы предложили эту работу мне. Мои люди умирали на ваших войнах. Так что я имею полное право сказать... Ваши войны – ничто. Так что мои приоритеты изменились. Не деньги, а политика. Ведь политики не умеют решать проблемы. Я умею. Так что все просто. Я здесь, чтобы решить проблемы мира. И главное его – проблема. Это все вы. Черт, что это было? Точно не знаю, друг. Но, похоже, Айронс объявил войну. Мы уничтожили его ОМП. Без Мантикора у Атласа нет ни шанса. Кормак, вам нужно это видеть. Говори. Мы взломали код последней серии загрузок. Что это такое? Потенциальные цели. У Айронса был план на случай, если Атлас загонят в угол. Предупредительный удар. Он хочет вырубить нас еще до начала драки. Нападение на США? Мы что, уже в этом уверены? Каков план? Атлас всех разом не снимет? Сан-Франциско. Весь третий флот готов. Вы нужны мне на земле. Оба. Крах. Сан-Франциско, Калифорния, США. Гедеон, Митчелл, доложите. На севере чисто. Стоп. Что он делает? Что у вас? Сбежать хочет. Пошли! Вперед, вперед, вперед! Ух ты! Белый фургон с гражданскими номерами вышел на точку. Преследуем! В фургоне может быть все, что угодно. Преследовать, но не атаковать. Бей по нему, Митчелл. Чем? Как? Ого! За ним. Еще три транспорта прошли ключевую точку. Как разведка проворонила. Нифига себе. Прикольный багги. Объезжайте сторону. Ой. Пи-бип-пи-бип. Вот зараза. Держи!
Ты цел? Нет. Кормак, питбуль вышел из строя. Дальше ножками. Ну, ножками так ножками. Солдаты Атласа высаживаются. Они приближаются к вашей позиции. Да? Убрать гражданских с моста. Всех внимание, бустеры! Контакты трейлера! О, нифига себе. Что за потва? Куда это она улетела? Так. Митчелл, включай бустеры. Нужно перебраться через обломки. Я же включил вроде уже. Свои. А ты что не прикрывал-то меня? Ой-ой-ой, извиняюсь. Что у меня вторым? Ого. Нормально. Распрыгались тут. Да что ты будешь делать-то, а? Цистерны. Ну, пусть получит гранаты. Да что за фигня? Блин, у меня патроны подходят к своему завершению. О как. Блин, чё к чему? Мы почти на месте. Так, мне вот это вот. Кормак, прикрой меня. Твои. Главный приоритет. Я понял. Так, все, патроны. Это что, дробовик, что ли? Ого. Вижу их на севере. Нет, не дробовик. Заряжаю!
Блин. Да что ты? Так. Вот это мне больше нравится. Так, ладно, хватит. Блин, один патрон остался. Враг на юге! Контакт, впереди! Где, где? Он ранен. Свои на линии огня, смотри, куда стреляешь! Понял, понял. Это свой был. Да в кого там стреляете-то? Что там за фургон? Проверь фургон, Митчелл. Разрушительной атакой Атлас уничтожил мост Золотые Ворота и нанес сокрушительный удар флоту США. То есть они мост на корабли уронили? А какого хрена корабли стояли под мостом? Так, ни одного не дали мне очка улучшений, поэтому просто сразу увидимся в следующей миссии.